Представляю вашему вниманию систему восстановительной физкультуры, разработанную совместно мастером традиционного ушу Тунбэй Цуань и Цзибэньгун, а также инструктором-методистом адаптивной физкультуры Сергеем Бариновым и Зарецким Станиславом, врачом западной медицины, специалистом по традиционной китайской медицине и цигун-терапии, преподавателем западного медицинского и традиционного китайского массажа. Восстановительная физкультура представляет собой синтез не медицинских, не лечебных, современных и традиционных западных и восточных практик цигун, ушу, йога, предназначенных для профилактики различных заболеваний, профилактики спортивного и бытового травматизма, как метод восстановления после травм, ранений и тяжелых болезней, как способ достижения активного долголетия за счет организации правильной физической нагрузки для людей среднего и старшего возраста. В восстановительную физкультуру вошли упражнения из западной, лечебной, адаптивной, профилактической, восстановительной геронтологической физкультуры, элементы йоги Айенгара, китайская цигун-терапия, которая используется в китайских медучреждениях как лечебно-профилактическая физкультура. Цзибэньгун – дословно универсальная разминка. Базовые и оздоровительные упражнения из традиционного китайского ушу Тунбэй Цуань. Гимнастика тайцзи цюань и цигун – направление тайцзи цигун. Упражнения комплекса из западного атлетизма по системе Миллера-Сандова, волевая гимнастика Анохина и атлетическая гимнастика без снарядов Фохтина.